Всем привет! Фитнес и ЗОЖ невероятно актуальны в этом году. И это сильно сказывается на том, как мы выглядим. Возможно, у вас еще нет рельефного пресса, но кроссовки и поясная сумка наверняка есть. Какие еще вещи позаимствовать у спортсменов? Давайте посмотрим. Легко и непринужденно худи, спортивные костюмы и леггинсы перестали быть одеждой узкого назначения и перекочевали в повседневный гардероб. Крупные бренды и модные дома активно поддерживают этот тренд. В результате спортивный стиль и его элементы стали неотъемлемой частью стиля городского жителя, который ценит комфорт и удобство. И не в последнюю очередь эстетические качества одежды. Словом, тенденция позитивная. Осталось только выбрать, что именно носить этой осенью. Сегодня худи считается модной классикой, наряду с такими вещами, как синие джинсы и белая рубашка. Оно должно быть объемным, уютным, словом, выглядеть примерно вот так. Дизайнеры рекомендуют носить его с чем-то противоположным по стилю. Скажем, с юбкой первой учительницы и с ботильонами на резинке. Они объединяют в себе спорт и женственность. Когда-то тренировочные брюки с лампасами ассоциировались исключительно со стилем хулиганов городских окраин. Однако со временем этот предмет гардероба перекочевал с улиц на подиумы. Сегодня мы можем носить их с обувью на каблуке или с кроссовками. В последнем случае нарочито спортивный низ можно уравновесить авангардным верхом, например, асимметричной рубашкой. В спортивной одежде используются особые материалы, обеспечивающие максимальный комфорт. Неудивительно, что теперь из них шьют повседневные вещи, например, платье. Скажем, в таком вы можете пойти на учебу. Дополните его строгим жакетом и ботильонами, и самый сложный учебный день пройдет легко. У вас есть свои стильные идеи? А может быть, вы начинающий дизайнер? Тогда наш новый проект «Модная академия» – ваш шанс заявить о себе. Подробности конкурса смотрите на сайте канала Disney. Увидимся!